Ну как? Я не знаю, что делать. Окей, ну как там дела? Может быть, мы ее попросили достаточно вежливо? Молния, прекрати, пожалуйста. Ага, наверное, это есть. Давайте попробуем еще один раз. Привет, робот-цветок. Моя команда хотела бы попросить одну батарейку из твоего магазинчика прекрасного. Можно ли одну батарейку, пожалуйста? Конечно! Вот ваша батарейка! Может, ее попросили недостаточно грубо? Может, перестанем заниматься этим? Робот-цветок никогда не даст нам ни одной батарейки. Как мы ее не пытались допрашивать? Серьезно, мы попросили у нее батарейки уже 2700 раз. Плюс-минус. Она дала нам счеты через пару вещей до них. Эй, не нравится ваша кучка вещей? Слушай, почему бы нам не отдать попросить у Облачка? Облачка целое море вещей. У него наверняка есть батарейка, которую нам надо. Нет, у меня нет никакой батарейки. Секундочку, у тебя наша батарейка, не правда ли, Облачко? Не знаю, что ты говоришь. О, да, мы оставили батарейку на земле, и потом она пропала. И ну, куда же может деваться вещи? Может быть, она улетела? Потому что ты ей не нравишься. Что насчет этого, Облачко? Ты можешь забрать всю гору вещей я этих? Погоди, даже мою новую скрепочку? Ну, кроме скрепку маркера. Все обмен на одну батарейку. По рукам. По рукам. Так, а батарейка? Облачко не даст. О, он работает. Нет, он просто не даст. Ладно. О, вау. На здоровье. У меня есть еще ваши вещи. Приветик, Пэт Смерти опять все. Хей, вы, ребят, выглядите как-то напряженно. Что насчет небольшого картона? Эй, на вашу тоже на кону. Эй, Двойко, у нас есть когда-то новая песня, которая то на кону, то это уже съелось. Было бы круто, но нет. Итак, в прошлом эпизоде Пак Смерти опять проиграла, совершила крайнюю оплошность, поэтому их команда вышла на исключение, оплошность. Да, проигрыш. В общем, зрители уже проголосовали, и сейчас мы узнаем, кто из вас первый покинет The Power of Two. Итак, у нас 59 871 голос, и это было много. Вообще-то в Биг было много больше голосов. В 29-м и 30-м. Так, да. У нас обыкновенный торт на кону в этот раз. Да, обычный торт, мой любимый. Если я дам тебе торт, ты спасен. Но если нет, то ты будешь первым, кто вышел из The Power of Two. Начнем. Черный дырат, ты получил наибольшее количество голосов. Поздравляю, СП, я исключен. Так вот, даже без интрига. Все голосовали, чтобы оставить тебя. Это не значит, что, не значит, что я остаюсь. Чего? С какого момента? Теперь так вот. Ну, типа, с прошлого эпизода. Могу продолжить, пожалуйста. О, сорян. Ты не ссы. Давайте продолжим. Что ж, я должен сказать. Следующего спасенного. Да. Пульс следующего спасенного с 1700 голосами. Отлично, спал мало. Окей, двигаемся дальше. Он получил 7814 голосов, поэтому он спасен. Какой чудесный день! Дерево тоже спасен 6937 голосами. Хорошо, мой. Дерево, специальный десерт для специального случая. Я не возьму больше, чем ты заработал, лады.